Всем добрый день. Очередные посылки из Китая. Это уже не телефон идет, а вы просто я покажу, что, ну, что заказать еще вот можно за нормальными ценами, что у нас на Украине в 3 раза чи в 4 цена больше получается. И что, в принципе, этот кабель HDMI идет, я специально для компьютера и телевизоров куплял. У нас он идет, официальная цена 240 гривен, по-моему. Я за него заплатил только $2. Так думаю, это существенная разница. Это 50 гривен получается где-то. Ну, 54. Чуть больше. Типа, по качеству я их куплял уже, ну, испытывал. Типа, картинка супер идет от компьютера. Типа, это видео 4К, чи Full HD. Оказалось, ну, что тянет 100%. Ссылка внизу будет в описании. И я вам выложу. И еще... Я заказал, жена попутно торгует у меня, есть такая штука, называется чи гидрогель, чи арбизики. Я не знаю, или вы слышали, что это такое, я вам просто покажу его, как оно смотрится. Это в такие пимпочки идут, вы их окунаете в воду на какое-то время, и получается вот такие штучки. Оно, в принципе, чи использовать в декоративных типа, в целях его можно чи выращивать чи растения, чи шо. А вот честно, мы купляли для детей, то они, ну, типа, играются и, ну, типа, выкупаются, то классно им очень. Штука, кстати, для детей, типа, классная, откопал, ну, самая дешевая цена идет. Там, типа, ссылка внизу будет, то, типа, кому интересно будет, то посмотрите. Типа, всем спасибо за внимание, счастливенько, всего наилучшего. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо.